Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 3 февраля. По народному месяцу слову Максим Утешитель. В этот день христиане чтут память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Родился в Греции в конце 15 века. Долгое время жил в России. Умер в середине 16 века в Троице-Сергиевой лавре. 3 февраля вспоминали добрым словом всех, кто когда-либо приходил на помощь, а по возможности и благодарили их делом. И поэтому Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах. Ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Обычно на Максима хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яиц, грибов и рыбы. Пирогами угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей. Было принято мириться с теми, с кем произошла ссора. Также молились о мире и помощи в сложной ситуации и за доброго человека. Говорили, что 3 февраля при наличии неразрешимой проблемы можно пойти в лес, отыскать там березу, прислониться к ней и рассказать обо всем, что тревожит. Считается, что по дороге назад верное решение обязательно найдется. Супруги в этот день выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили, что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу. Этот обряд сулил им процветание и счастье. Считалось, что на Максима нужно чинить летнюю упряжь, а поэтому ходили на конюшню и проверяли ее состояние. В ночь на 3 февраля можно привязать кнут и рукавицы к лошади, чтобы домовой на нее не садился. В этот день за погодой наблюдали и примечали. Чистое небо предвещало мороз, раннюю весну и плохой урожай. Месяц ночью светит сквозь облака, доброе жито будет. Яркая и ясная заря свидетельствовала о скорых морозах. А еще говаривали, если на Максима запланированная встреча не состоялась, значит это к добру. Говорят, что Бог от чего-то худого отвел. А сотворишь в этот день дело доброе, то добро непременно вернется. Добрые ли, злые ли дела совершаешь, отголоски их обязательно возвращаются, иногда и сторицей. Выбор всегда за вами, славяне! Братья месяцы.